Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 30 лет, женат уже год. Дело в том, что я живу с родителями. Нет возможности снимать либо купить новую квартиру. Поэтому советы типа снимайте, купите квартиру уже не помогают. Я так понимаю, что надо, ну, как бы отдельно жить. Вопрос следующий. Моя жена делится статусами в своей соцсети, которые касаются психологии отношений. Моей маме это не нравится, потому что ее сестра спрашивала у моей мамы, нет ли каких-либо проблем в семье твоего сына. На что она ответила, нет проблем. Но после этого моя мама сказала моей жене, что больше не делись такими статусами, иначе люди подумают, что в твоем браке какие-то проблемы. Моя жена мне об этом сообщила, что моя мама хочет запретить ей делиться такими статусами. И она спросила меня, если я сделаю так, как она хочет, это не означает, что она забирает мою свободу, ведь я хочу делиться. Ее слова я передал маме, на что она разозлилась, и даже ей и мне сказала, что я больше не буду с вами откровенной. Сегодня мне мама сказала, что я больше не буду по-прежнему относиться к ней. Просто буду неискренне улыбаться, и прежнего отношения к ней не будет. Я просто в шоке и сам не понимаю, что вообще произошло, что у нее такая реакция на слова моей жены. Ну, на самом деле, это, в общем-то, вполне понятно, что у вас нет возможности снимать квартиру и купить свою, вот. Понятно, что ситуация нелегкая сейчас, и не у всех есть деньги на это. Я бы сказал, что вы как будто бы, вот лично вы, не чувствуете личных границ между собой и женой, между собой и мамой. И как будто бы вы в этом смысле весьма плохо опираетесь на себя, то есть именно на себя. Вам как будто бы в этом смысле нужна, ну вот, знаете, что-то вроде поддержки от мамы, что-то вроде поддержки от вашей супруги, вот. Мне вот хочется спросить вас следующее. Как вы пришли к тому, чтобы рассказать маме о том, что вам сказала, ну, ваша супруга? Вот. Понимаете, какая история? То есть как вы, ну, к этому отнеслись? С какой целью вы передали слова жены вашей маме? На что вы как бы, ну, рассчитывали, вот, и так далее. Понимаете, да? То есть это очень важный момент, потому что в этом смысле проступают ваши, скажем так, ну, ценности, что ли. Понимаете, да? Следующий важный момент. Это ваши
отношения с вашей женой. Какие они? Насколько ваша жена находится в доверительных отношениях с вами? Насколько она осознает, например, что вы живете вместе с родителями и так далее. То есть вот это все очень важный аспект. Ваша мама, она на самом деле вообще ничего такого, вот в смысле такого, экстраординарного не делала и не делает, по моему, по крайней мере, мнению. Ваша мама просто транслирует свои ценности, и все. Ну вот, важно для нее мнение людей. Ну вот, просто важно, и все. И она, естественно, обижается на то, что ваша жена не хочет ее как-то, ну, поддержать. То есть, она обижается. Нормально ли это? Да, нормально. Ну, в смысле того, что для вашей мамы это нормально. Может быть, это не совсем нормально для вашей жены. И вероятно, что это так. То есть вероятно, что для вашей жены это как раз ненормально. Но для вашей мамы нормально вполне. И то, что вы так реагируете, к сожалению, показывает только то, что вы либо не знаете свою маму, либо не хотите признавать. Ну, потому что вам неприятно, вам тяжело, может быть, вам больно, может быть. А признавать, какая она, ваша мама, в смысле, на самом деле есть. То есть, какой она человек, я имею в виду. Что она из себя представляет? Что для нее важно? Да? Мы сейчас само собой не говорим о том, плохая ли ваша мама или хорошая ваша мама. Мы сейчас об этом не говорим. Мы говорим только о реальности. Мы говорим о реальности, о том, что реально. Вот. И, к сожалению, да, пока вы живете вот с мамой, эта ситуация будет, ну, в смысле, вот, ситуация на самом деле будет такой. Потому что ваша мама считает, что имеет полное право вести себя так. Ведь вы живете у нее. Вы живете на ее территории. И само собой, что она хочет, чтобы все было по ее. Нормально ли это? Пожалуй, что да. Как вы считаете? Понимаете, да? То есть такое ощущение у меня, судя по тому, как вот вы все-таки реагируете на слова вашей мамы, есть у меня такое ощущение, что вы, ну, как сказать,
что вы хотите остаться с ней, с мамой, я имею в виду. Что вам как-то, ну, комфортно, что ли, проживание с мамой. Вот. И опять же, поймите правильно, я вас не собираюсь обвинять. Я не считаю, что вы какой-то плохой. Но, на мой взгляд, просто было бы, наверное, более честно и гуманно по отношению к вашей жене откровенно признаться ей в том, что вы чувствуете, что вы хотели бы и так далее. Ваша жена, вообще говоря, поступает довольно зрело, на мой взгляд, задавая такой вопрос. То есть, ну, спрашивая вас о том, а вот что будет, если я вот так поступлю. То есть, на мой взгляд, это очень зрелая поведенческая модель. А другой вопрос. Что вы ей ответили? Вот это как-то вообще непонятно. Что вы-то ответили своей супруге? Что вы сказали ей? Она же вам, в общем-то, ну, задавал довольно такой прямой вопрос. Вот. То есть я повторюсь, что в условиях, когда ваши личные границы, по сути, постоянно подвергаются, ну, угрозе, да, в этих условиях необходимо быть к ним внимательным. Это с одной стороны. Но с другой стороны, на мой взгляд, важно еще и как-то держать в голове контекст ваших отношений с женой. То есть, ну, вы встречались какое-то время с ней, вы поженились, и все это было, ну, условно говоря, в неком таком, как бы сказать, в некой парадигме того, что вы будете жить с родителями. То есть и вы, и ваша жена на это как-то, очевидно, согласились. И возникает вопрос, а понимали ли вы, на что вы соглашались? Отдавали и отдаете вы до сих пор отчет себе в том, что вы делаете? Отчет в том, ну вот, как вы, ну, как вы поступаете? Понимаете? На мой скромный взгляд, вы себе отчета в этом не отдаете. Вот, ну вот на данный момент вы себе в этом отчета не отдаете. А, естественно, я не могу утверждать это со 100-процентной вероятностью. То есть, ну, понятно, что
я могу ошибаться, но тем не менее, ситуация здесь вот такая. И на это я хотел бы обратить, конечно же, ваше, ну, внимание, что ли, да, то есть, вот, хотел бы, чтобы вы как-то, ну, постарались это увидеть. Очень хотел бы, чтобы вы, ну, постарались, это заметить. И решили бы потом, что вам с этим делать. Понимаете, да? Вот как-то так я бы вам ответил. То есть, конечно, ситуация тяжелая, конечно, ситуация непростая. Понятно, что тяжело вам, понятно, что тяжело вашей жене, понятно, что ну, все находятся в напряжении, и в том числе, возможно, ваша мама находится тоже, тоже находится в, ну, вот, в напряжении, то есть это понятно, на самом деле, вот. Но, тем не менее, на мой взгляд, выход есть всегда. И сейчас, вот именно сейчас, раз такая ситуация возникла, раз такая ситуация произошла, то вы вполне можете просто сесть и просто поговорить искренне по душам со своей мамой и со своей женой. Попробовать, по крайней мере. То есть попробовать этот вопрос решить. Вот. Выяснить, чего хочет ваша мама, чего хотите, чего хочет ваша, допустим, ну, супруга. То есть вот, ну, буквально, что нужно там вашей жене, вот, в чем она, скажем так, нуждается, вот, и, соответственно, уже из этого исходить относительно дальнейших ваших действий. Также из вашего текста, на мой взгляд, не совсем понятно, вот, к сожалению, не совсем понятно, делаете ли вы, ну, что-то для того, чтобы таки жить отдельно или нет. Ну, то есть, занимаетесь ли вы этим вопросом или нет? А вообще говоря, это очень важно. Вот такая вот история. И самое последнее, о чем хотел бы я сказать еще, это про то, что, ну вот, с чего все началось, как бы, да, то есть началось все
по сути, с того, что ваша жена там, ну, постила какие-то, ну, какие-то статусы, да, получается, она постила, касаемые, ну, касающиеся отношений. И вы, соответственно, говорите, что это было интерпретировано как, ну, как наличие проблем, то есть как наличие, как доказательство или наличие, ну, проблематики ну, в отношениях именно ваших. И я хотел здесь спросить, а действительно ли у вас нет проблем-то в отношениях? То есть они таки есть, эти проблемы в отношениях, или их все-таки нет? Вот это тоже очень важный момент, потому что если какие-то проблемы есть, если какие-то трудности есть, то, на мой взгляд, их, эти трудности в смысле, нужно решать. Понимаете, да? Вот. Именно в контексте, ну, именно в контексте ваших отношений. То есть, если проблема в ваших отношениях, то их нужно решать. Это именно работа с психологом по гармонизации ваших взаимодействий. То есть, ну, все понимают, на мой взгляд, то есть понимаете вы, понимает ваша жена, понимает даже ваша мама, я более чем уверен, вот, все понимают, что эта ситуация напряженная. И если ваша мама, вероятно, не пойдет сама к психологу, вот, потому что, ну, она, ну, посчитает, что проблем нет, она посчитает, что никаких вот вообще, ну, сложностей нет. Если ваша мама не пойдет, то пойти, в принципе, можете вы. В этом ничего позорного нет, и ваша супруга вполне возможно скажет вам, ну, в принципе, спасибо, вот, если и у вас, и у нее сохранились чувства, вот. Ну, я имею в виду вот чувства друг к другу. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, удачи. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу.
это позволит вам, на мой взгляд, начать над собой работу и сформулировать базовые постулаты для психотерапии. Всего доброго!